Для того, чтобы обеспечить армию новым вооружением и техникой, в следующем году на безопасность и оборону выделят 165 миллиардов гривен. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман, который тоже сегодня поздравил бойцов с праздником. Підприємство оборонного комплексу забезпечить армію новими танками, новими літаками, бронетехнікою та автомобілями. У наших захисників буде сучасна зброя та екіпірування. Буде гідна заробітна плата.